Всем большой привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет экспериментальное видео как для меня, так и для моего канала. Я сняла для вас скетч на тему типа людей на Хэллоуин. Надеюсь, он вам понравится и вы оцените его по достоинству, ведь я получила огромное удовольствие от съемок этого видеоролика. А теперь начинаем! Маш, а ты знаешь уже, в каком костюме пойдешь на Хэллоуин? Что? Какой Хэллоуин? Опять всякая иностранщина подобралась. Иди лучше посуду помой. Интересно, когда этот самый Хэллоуин, про который все говорят? А, вчера был? Ну ничего, в следующем году я точно отпраздную. Что? Хэллоуин, говоришь? Да засунь себе его. Октября – это тот день, когда хорошие девочки могут превратиться в плохих кошечек. Ау. Сегодня 10 октября, скоро Хэллоуин, а это значит, что я могу снять много разных видео, лайфхаки, DIY, пранки и даже скетчи. Вау, круто! В этот раз я точно хайпану! И так сойдет. Не, ну а чё? Так-то лучше. Если я подняла тебе настроение, то оцени это видео лайком и подпиской на мой канал. И, конечно, не забудь написать в комментариях, к какому типу относишься ты. Я лично видеоблогер. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Совсем скоро мы с вами увидимся. А теперь я вас обнимаю. Целую. До скорых встреч. Пока-пока. Wait for them to